Ну, я могу сказать, народная песня, безусловно, не то, что нужна, необходима. Потому что, во-первых, народная песня – это песня застолья. Застолья у нас любят. Я, например, не понимаю, почему до сих пор не разослали каждому по бюллетеню с текстом нового гимна. Потому что старый гимн все знают наизусть, а новый гимн толком никто не знает. Его поет хор, там слова не поймешь, что поют. Если бы там солист пел, было бы понятно. Народную песню надо обязательно, она должна быть... Ну, как сказать, а любимые мои песни у меня много. Там, я помню тот Ванинский порт, допустим, я помню, ну, я очень много, я знаю песен. «Бродяга Байкал переехал», «Славное море, священный Байкал». Любимые песни, я их пою иногда. Мне даже нравится, я даже хотел выпустить диск с народными песнями. С этим таким «Славное море, священный Байкал». Так, на полный голос такое. Может, так-то я пою таким субтончиком, а так на полный голос.